Поздравляя профессионалов отрасли со Всемирным днем туризма, мэр курорта отметил причастность к этому событию каждого сочинца. Общая работа на одну идею сделать Сочи международной туристической меккой принесла результат. Загрузка здравниц отелей частного сектора превзошла ожидания. Пляжный сезон 2016 года, рост турпотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил от 15 до 20%. С показателями средней загрузки здравниц 82%, а в пик летнего сезона доходило до 99%. В связи с чем по итогам года мы ожидаем около 6,5 миллионов туристов. Но это не дутые цифры. Во многом туристический поток вырос благодаря календарю событий культурных, спортивных, деловых. Растет и география отдыхающих Сочи. В этом году с туристической целью курорт посетили 22 тысячи человек из 120 стран мира. Значительная часть иностранцев прибыла в качестве участников и зрителей всемирных хоровых игр. Расширена и география международных авиарейсов. Аэропорт Сочи связан воздушным мостом с Тель-Авивом, Стамбулом, Тегераном, Ташкентом, Ереваном. Ведутся переговоры с представителями авиакомпании Китая, Грузии, Германии. Растет туристическая привлекательность, растут и доходы курорта. Только за 8 месяцев этого года предприятия Сочи перечислили в краевой бюджет более 2 миллиардов рублей. Это на 20% больше прошлогодних показателей. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю дальнейшего развития и процветания в Сочи. Лучших работников градообразующей отрасли ждали заслуженные награды. Знаки отличия, знаки признания и почета сочинцев за трудовые успехи получили руководители санаториев «Рось», «Зеленая роща», «Металлург», комплекса «Мацеста», отеля «Лазурный». Особые слова благодарности ветеранам санаторно-курортного дела, работникам службы питания, номерного фонда, врачам, бухгалтерам. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.